Сборная России победила команду Египта во втором матче группового турнира чемпионата мира со счетом 3-1 и сделала еще один уверенный шаг к 1/8 финала турнира. Счет в матче на 47-й минуте открыл капитан египетской сборной Ахмед Фатих, срезавший мяч в свои ворота. На 59-й минуте Денис Черышев провел второй мяч, замкнув прострел с правого фланга. А еще через 3 минуты Артем Дзюба забил третий гол. У египтян отличился Мохамед Салах, реализовавший пенальти.